не суди книгу по обложке. Тут прикольный текст. Вау. Это где-то удосужились реальную фотку найти. Круто. Или просто сделали ее. Сейчас уже всю фотку можно сделать. Меня давно просили игру. Давно уже просили. И я в нее поиграю. Это как FNAF 3? Как и FNAF, и FNAF 3, ебать, тут что-то все вместе. Hello there, rookie. Welcome to Chuck E. Cheese's, where a kid can be a kid. А тут-то можно включить? Ёп, твою мать. Круто. Ну это дебилы, это я вадил. Медведь, курица и мыс. Крыса, охуе тут камер. А какая-то новая камера появилась сзади какая-то. Бля, круто. Я так понимаю, это... Не, это не фотки реально время. Там была картина, которую нарисовали сами, я так понимаю. Типа арта, но это не арт. Йоу, мое ограниченное питание. Йоу, тюйму все. Ладно. А как тут светить надо? Не-не-не-не. А как светить? А здесь светить как мне светить, если тут ничего не видно? А тебя тут не видно? Как я вижу аниматроника, тут ничего не видно? Блин, ну дело интересно. Что это такое? Чё это так? Это сзади? Сзади меня? Так у меня тут будет непризорный момент очень. Ебать, со всех сторон, вы чё совсем офонарели? Я вам еще робот какой-то, бля. Со всех сторон сразу. На мосте их увидел, хотя в темноте-то. Ну, выйдь отсюда. Тут вообще никого не видно. Почему свет отсюда не горит? Думаю, богу известно. Ну, прикольный вентилятор крутится. Он уже доверие мне создал хорошее. Ага, так что-то прикольно закручивается. Показать за последний момент хочу убрать, ах я тебе. Ага. Круто. Можно. Типа и подняться и светить. Да, можно и подняться и светить. Тоже до определенного времени, я так поняла. Сзади есть что-нибудь? А чё постоянно меняется? Ебать, тут локация. Ой, я его знаю, этого пса. Он всего лишь аллегория на какую-то или на такого-то или иного персонажа. Ну давай. Ну, бля, вытаскивай меня оттуда. А, вот и... Дебильно послал. Нет никого. Мыс. Но это не он, это игрушка. Назад никак нельзя, но что-то типа стоп перезагрузить. Понял. Ага, ушел. Как закрывает, сразу уходит. Вот как понять, что тут кто-то есть? Тут такая темнотища, не видно пару ни хрена. Бля, ну в такой темнотище аниматроника и наказывают. Ой, мать! А, сука такая. Как ты меня убила? Где ты меня увидела, если я тебя даже не увидела? Здесь? С буквы либо сла где-то. Вот здесь, наверное. Вы что, серьезно, надо по камерам текать.
на выезде. Тут он просол. Блять, вот, вот эта вот картинка меня сейчас соска пугает. Прикольно закрывается, кстати. Бульк. Бляха, тут мне привычка постоянно уходить туда. Заебись, смотреть по камерам все надо вообще. Есть кто? Нету. Здесь есть кто? Нету. Тут нету. Здесь? Здесь нету. Бляха, назад! А это кто? Какая курса тут страстная, пиздец. Сколько лет этим игрушкам? 90? Пока я все это делаю, они у него зубью давно. Тут нет никого. Здесь тоже. Впереди нет никого. Так, еще раз. По бокам. Тут нету. Тут нету. Так, тут нету. Тут нет никого. А мусор. Не, ну мы бы хоть ответили бы хотя бы тут. Так вот, пока это делаю, меня давно убьют. Так, тут нет никого. Тут тоже нет никого. Так. И по той же схеме по 50 тысяч раз. Взяли по камерам, потом только туда. Но они, прикол в том, что они могут появиться неожиданно. И там не стоять, а сразу нападать. Такое тоже возможно. Все современные игрушки делают именно так. Так, никого. Никого. По бокам. По бокам. Никого. Камера никого не засекретила. Как закрыть и засекретить, сразу побежим. А, может, чтобы по камерам стекать? Удобненько. Никого. Запасли, блядь, падлы. За звук мы сюда слышим. Ага, бежит, сука. Иди на. Да я закрыла, что ты падла. Может, он света боится? Кстати, этого я не проверял. Ну-ка, ты на тебе курица прийти сейчас. Нет, тут никого нет. Так, а тут? Да нет тут никого, а тут? Ну просто тогда меня убила курица. Нету. Нету. Блин, звуки напрягают. Кто? Ага, сбоку. Иди нахуй. Так посередине? Никого нету, сбоку? Никого нет. Давай. Ты свалился. Свалил. Ты сзади, что ли, постучался? Да нету сзади никого. Тут тоже вроде нету никого. Тут тоже. Так. Ну это можно показать, и никто не идет, и это хорошо. Ой, май гад! Я вывезу ее. Вот она, вот эта падла, которая убила меня тогда. Ну и это пиздос. Да я закрыла в дебил! Ну затащил, сука. Ладно, котский обзор на игру сделанный. Ой, если хотите, чтобы я продолжил играть в это, то не знаю, обязательно мне напишите. И я в это продолжу играть. Ну тут по сути не сложно, вообще не сложно. Просто по камерам текай и все. Как против крысы действовать, я не разобралась. Все, кусочки, все, это было.